Итак, раз, два, три. Здорово всем. Ну и давайте продолжим проходить Мэри. На прошлом стриме мы сражались с боссом. И, собственно, после битвы, как обычно, вернулись с победой обратно в свободный район. Ну и давайте посмотрим, что у нас тут дальше. Тебе стоило это видеть. Кошмар стал просто гигантским. Ой. Айра, ёку таоштена. Не могу поверить, что вы смогли его победить. Тимворк-мо, дзицурюк-мо, кагудицни аппу-штейру тою акаши-не. Полагаю, это доказательство того, что они действительно работают в команде, и их индивидуальные навыки развиваются. Ма, ваташтачи ни какаря, затто конна мон ё! Да, он фигня был по сравнению с нами. Ну, все выглядят счастливыми. Гутарахиме мо, хатараку ки нинатте курета митай дасине. И также похоже на то, что принцесса Лини наконец-то готова работать. Я должна попросить, чтобы вы не звали меня принцессой Лини. Ой, да ладно тебе. Ты должна признать это, то, что ты не принцесса Лини. Из-за того, что ленивая жопа. Я рада, что все смогли вернуться целыми невредимыми. Куану Хакаю Сейку сасета кото ва мочирун окина сейка да. Шикаси. Вы выполнили цель нашей миссии по уничтожению ядра, однако. Кагуя Химе. Кими га санка суру ки ни натте курета кото ва хонто ни ёрокобаши ё. Я особенно рад за участие Кагуэ. Вы будете играть неотъемлемую важную часть в нашем успехе. А если мне станет скучно, я домой пойду. Очень жаль, но как только ты в команде, ты больше никуда не можешь уйти. Это и означает быть частью кровавого отряда. Какого черта? Это прозвучало так зловеще. Ну, полагаю, что это твое впечатление слишком далеко от истины. Эй, какой черт ты говоришь, старик? Ну, как... Мы все выглядят такими счастливыми. Взрослые тоже улыбались. Если бы мы только могли бы продолжать в том же духе. Ну что такое? Я какой-то шум слышал он оттуда. Да. Я, здорово! А вы двое, как всегда, дружелюбны, не так ли? А что за шум? А, похоже, там какая-то вечеринка у Ордена Солнца. Не уверен, что там происходит. Ну и не то, что мне это волнует вообще. Если вас двоих это заинтересовало, почему вам не пойти посмотреть? Можете это назвать свиданием или что-то подобное. Ага. Алис, идти миру. Алис, хочешь пойти проверить? Да. Даже не стали отрицать. Мичиру-сама! Мичиру-сама! Не могу поверить, что я вижу милостинь
О, Химе-сама, прямо перед моими глазами. Йокосо, тайоэ. Кёкара минна, казоку дес. Добро пожаловать в Орден Солнца. Вы все, наша семья. Солнце сияет над вами. Ничиру-сама! Мина, よくぞ иките кокомаде гораремашта. Ничиру-сама ее зовут. Тураваре но накаде мо, тайоу эно синкоу вазлезу ни ита кото. Мы рады вас видеть всех здесь. Гозонжи де ирасчаймасу. Охиме-сама знает, что вы продолжали верить, несмотря на ваши испытания. Присоединяйтесь к нам сейчас и молитесь за день, когда Бог Солнца сожжет. Пелену, который окутывает нас сейчас. Ничиру-сама, аригатай. Ничиру-сама, какое изящество, какая благодать. Разнообразие. Это саккино логок кара нигетекита. Это заключенные, которые только что убежали. Они, похоже, действительно верят в Орден Солнца. Да, не в городе, а сюда прибыть, естественно, возможно. Но я думаю, это естественно. Видеть их тут в городе. Нет, видеть их тут вместо того, вместо города. Мы ничего не знали о Ордене Солнца, пока не пришли до сюда, верно? Никогда не слышал о них или о их учениях раньше. Тогда откуда они знали о Ордене, когда находились в таком далеком месте? Такое чувство, как будто они были там в заключении. Но, может быть, Орден начал распространять свой евангелизм чаще после того, как мы пришли и дальше. Не знаю, но есть что-то тревожное во всем этом ордене. Да, я все-таки правильно сделал вчера то, что закончил, потому что тут реально полчаса диалога впереди. Ну что такое? Ой, я же совершенно полностью забыл сделать доклад о кошмаре. Кстати, тут вспоминаю, мне кажется, все остальные тоже забыли. Но это может быть очень важно, так что позволь мне пойти и сообщить об этом сейчас. Ну, в таком случае я пойду с тобой. Кстати, Алис, ты когда-нибудь ощущала это раньше? Ощущала что? Это желание подняться вверх. Как будто что-то над нами есть. И ты хочешь этого как-то достичь. Вот почему я могу относиться к Золушке. Нет, вот почему я могу понять Золушку, почему она так привязана к своим серьгам. Понятно. Я Знаешь, у меня есть привычка навязывать бессмысленные аргументы более чем насильно.
気にしすぎだよ。Это неправда. Айсу, 正しい判断をしようと頑張って。Ты просто стараешься изо всех сил для того, чтобы принять правильное решение. 違うな。話の道筋が見えないことや筋が通らないことがとても気になって。Да нет. Подслушать разговор без мотива или причины, это меня беспокоит, кажется. 私が石頭なのだとばかり思っていたのだけれど、あなたの言う衝動とどこか似ているような気がしたものだから。Я продолжаю вот думать. Может быть, я просто упрямая. Но я чувствую, как будто у меня было желание, из которого я хотел упомянуть его. Корема, кешики шоунен я кешики шоужо де ару токучоу но хитоцу нано кашира. Может быть, это своего рода черта, которая есть у кровавых дев, ну и в твоем случае у кровавого молодца. Может быть, у других есть подобные хрени? Может быть, у других есть похожие признаки или, не знаю, привязанности? Это было бы неплохо. Немного над этим поразмыслить. Да, полагаю. Может быть, это поможет нам узнать, кто же мы на самом деле. Ну да. О, няха пришла. Че? Клара? Клара? Это было близко. Я чуть не врезалась в вас. Простите. Я как бы разговаривал с Алисой и не обращал внимания. Ай-яй-ясы! Дживен сусоккашкуте, ёка хитони буцкарусьё! Ай, да нет, наверное, это моя вина. Ну, просто я обычно часто... Короче, сбиваю людей. О, втари ва нанно ханасио штетаска? Ну, о чём вы двое так разговаривали? Чуть-то, хакасе тачи ни хоукоку ши васле чатта. А, ну мы забыли доложить кое-что профессору. Так что мы собирались пойти и увидеться с ним. Соска. Понятно. Демо, доука штано? Ну что? Соре га хакасе тачи минна нускашии ханаси ни хайт чатта. Но профессор и все остальные сейчас разговаривают о каких-то тяжелых темах. Я сомневаюсь, что они позволят вам сейчас войти. Понятно. Соре де дзибен... Вот почему я решил воспользоваться этим шансом для того, чтобы убраться в комнате моего босса. Если я об этом ему не сообщу, то я могу и забыть. Точно. Мне нужно пойти и подать всем чаю. А чай? Сода, Клара. それじゃ、伝言をお願いしてもいいかな。Понятно, точно. А ты не против передать сообщение ним? Что, я? 難しいことは無理すよ。Я не могу передать какие-либо тяжелые вещи. Тяжелые темы. 簡単なことなんだけど。Да все довольно просто. 今日戦ったナイトメアが喋ったんだ。Ты не могла бы сообщить им, что кошмар, с которым мы сражались, умело разговаривать? ナイトメアがすか? Кошмар?Что? Но что, они серьезно так умеют, что? Эй, имамаде, Найтомеа ва джинго о ханасанай тэ кийтэй такара, цитай найто тэ омотте. Верно. Нам сказали до этого, что кошмар не умеет разговаривать, поэтому мы подумали, что нужно сообщить об этом. Яокайсы! Понятно? Я дам им знать. Аригато. Спасибо. Ты спасла нас. Оясэй гойонсё! Сорежа! Да ладно, фигня, ничего такого. Ну что ж, ладно, теперь простите меня. Надо идти. Мата хаситтеру. Она опять убежала. Демо, коре де аншин ште ясмеру. По крайней мере, теперь мы можем расслабиться. Да. Сорежа, хеа ни модору ка. Да, и просто вернемся в наши комнаты. Ты? Джа, оясми. Ну, спокойной ночи, Алис. Да, спокойной ночи. Кстати, вот хорошо, что тут все диалоги озвучены в японской версии. В английской версии, если кто-то, конечно, играет в игры, компания с английской озвучкой, озвучены лишь
40% от английских и японских диалогов. Что за день? Разговаривающий кошмар. Прошлое Кагуя. Орден Солнца. Какие-то новинки каждый раз появляются. Ну, не то чтобы как бы это чем-нибудь поможет прямо сейчас. Ну, по крайней мере, Кагуя стала ближе со всеми. Ну, так что полагаю, что-то хорошо. Глава 4. Ребят, мы еще одну главу прошли. А, что же? Посмотреть на время. Я опять поздно. Доброе утро. О, Джек. Доброе утро. Извини, что я тебя беспокою. Но ты не против зайти ко мне в лабораторию прямо сейчас? Простите, профессор. Сейчас буду. А встреча сейчас начнется как раз. Буду ждать тебя. Все, наверное... Опять злятся на меня за то, что я опаздываю. Нет. Я все еще могу успеть до начала встречи. Хорошо. Обвел руки в ноги вперед. Переноги в руки. Так важно. Прошу прощения, я поздно. Хе-хе. Ты, я вижу, у кого-то это уже в привычку. Для того, у кого такой невинный взгляд на лице, ты довольно наглый. Ой, да ладно, Ван, он почти успел вовремя. И почему же ты выглядишь такой... разочарованный? Соня. Должна признать, это было смело с твоей стороны прийти сюда позже меня. В следующий раз я не проиграю тебе. Принцесса Лени, пожалуйста, не превращайте это в состязание. У меня такое чувство, как будто меня... Мне только что бросили своего рода какой-то вызов. Ну, по крайней мере, как бы выглядит намного лучше сейчас. Ну что ж, а теперь давайте начнем. Джек, пожалуйста, присаживайся. Да. Прости, Джек. Я тоже поздно проснулась. Поэтому у меня не было времени проверить, есть ли ты в комнате или нет. Не беспокойся, это моя вина в любом случае. Я рад, что мы все встречаемся сегодня. Что мы все присутствуем на этой встрече сегодня. Ну, не сказать, что тут есть нечто особое для обсуждения. Тогда что, мы тут пришли только для того, чтобы тебе компанию составить, что ли? Ой, да дай ты профессору немного передохнуть. Очень важно видеть всех вместе иногда. Ну давай, вали. Ну что там у тебя? Прежде всего, спасибо вам всем большое. Я хотел выразить свою благодарность как представителя Рассвета. Дела идут хорошо в последнее время. И я считаю, что наш побег из тюрьмы случится раньше, чем позже. Так что мне понадобится ваша помощь в уничтожении остальных ядер. Что там еще есть? Какие-нибудь вопросы?
Интересно, Клара рассказала профессору насчет разговаривающего кошмара? Хакасе. Профессор. Нанда, не? Ну что такое, Джек? Ну, Найтомеа насчет разговаривающего кошмара. А. Это меня удивило. Слава богу. Значит, все-таки Клара смогла вам сообщить эту информацию. Клара, а что насчет Клары? Мико, штырба. Мико, ты что-нибудь знаешь? Нет. Он не слышал это от Клары? Может быть, Красная Шапочка рассказала им? Да, это было большое удивление. Да, я всегда слышал, что кошмары не умеют общаться. Неужели кошмары обладают какой-то формой интеллекта? Этот рапорт выходил за рамки всех предположений, которые у меня были в прошлом. Дайте мне посмотреть. Мне надо сначала собрать свои мысли. Позвольте мне вернуться ко всему этому позже. Что-то не то с этими тремя. Понял. Что-нибудь еще? Ну хорошо, тогда ваша следующая область — это центр города. Хорошо, тогда погнали в центр города. Дэйс! Бугага, простите, что я так поздно, ребят. Мальчики и девочки. Этот голос. Я же сказал, что если мы выбрали центр города... О, боже. Да вот только посмотрите на вас всех. Узрите. Ведь я присоединюсь к вашей экспедиции. Разве она не тот человек, с которым я столкнулся ранее? Джек, ты ее знаешь? Да не совсем. Золушка, когда ты вернулась? Когда? Еще пару сотен дней назад. Золушка? Так, она не была горничной тогда? Она кровавая дева, да? Слава богу, ты жива. Тебе действительно не стоит так нас заставлять беспокоиться. И что она имеет в виду? Живой. Точно, Золушка. Мы беспокоились о том, что ты что-то не возвращалась. Мне очень жаль. Честно говоря, я пыталась избежать мысли о тебе. Даже несмотря на то, что я думала, что ты должна быть в порядке, у меня возникали мысли, что ты можешь не вернуться. И у меня были свои приоритеты, как бы. В любом случае, я так рад, что ты вернулась. Ой, да ладно тебе. Мне нужно так сильно суетиться из-за этого. Я могу самостоятельно одолеть Меркана. Значит, она кровавая дева. Подождите. Ее глаза поменяли цвет, что ли? Прошу прощения, но что тут происходит? Это девчонка Золушка. Она одна из нас.
アリスたちを迎えに行ってる間に独断で探索活動に向かったままずっと帰ってこなかった。Когда я пошла за вами, она по своей собственной воле куда-то ушла и что-то вот не возвращалась долгое время. だからひょっとしたらってみんな心配してたってわけ。Мы все беспокоились о ней, потому что предположили, что она, ну, того, знаете. Докуданде? Назе сонна кото? Она пошла самостоятельно? Почему? Шиката най дева аримасен, но... Хакасе га ватакши но шицгеки о митомете кудасаранай моно деску кара. Да ничего поделаешь. Профессор не хотел разрешать мне пойти в задание. Ватакши... Сейка о шимешта каттан десу. Я хотела... показать свои способности профессору, чтобы он позволил мне отправляться на задание. Как безрассудно. Алиса. Твои способности не важны. Ты должна понимать, что ты смогла вернуться чисто из-за удачи в одиночку. Аната. Хазимете миру као дескедо. Так, а вы, подождите, вообще, кто такие? Эрасоуни ощатте кудасаймаскедо. Иттай, ватакуситачи но нани о шитте? Ведете себя все такие высокомерные. Я сомневаюсь, что вы вообще хоть что-нибудь знаете о нас. Шитте иру ва. Брадто скелетака но кёфу. Я знаю. Я знаю об опасности состояния кровавой девы. Кровавого безумия. Аната. Правда? Тут какая вообще? Алиса. Ну, она Алиса, и она еще одна кровавая дева, как мы. Синдерера. Алиса, да ты. Анта умотте иттан да йо. Алис. Дакара са. Золушка. Она говорит эти слова только потому, что она беспокоится о тебе тоже. Так что... Я действительно прошу прощения за... неприятность, которая доставила из-за своего поведения. Но я хотела показать то, что я могу быть полезным. Я понимаю ее чувства. Через то, что она прошла, скорее всего, очень похоже на то, через что я прошел. Нашли друг друга, хорошо. Интересно, можно Алису кинуть? Да все нормально, Золушка. То, что имеет значение, это то, что ты вернулась живой. Скажите о китай котому. Алис-кун, а кавари не идти креташи. Даже если бы я хотел бы сделать тебе выговор, похоже, что Алиса уже это сделала за меня. Я прошу прощения за все сказанное за Найрой. Ма, рикцу даке конетеру оретачи ори. Диссай не тайкен шта яц но котоба но хоу га омой даро. Да ладно, нормально. Это имеет больше смысла, когда говоришь ты. Против парня, который ничего не делает вообще на поле боя. Я как бы в каком-то смысле понимаю чувства Золушки и Алисы. Золушка хотела помочь. Алиса не хочет, чтобы кто-либо умер. Джек. Джек. Ну... Тогда, как я сказал уже ранее, мне действительно очень жаль. Я вообще-то вернулся уже давно. Полагаю, что это означает, что что-то меня особо не замечали. Ну как бы... у нас много чего как хрени происходило, и как бы мы были... как бы заняты. И что вы имеете в виду под всякими разными вещами? Ну, и рассказали. То, что ты только что объяснил мне, очень трудно понять. Ты не удивлена. На самом деле, нам понадобилась целая ночь для того, чтобы попытаться понять, что происходит. Джек,
昨日メアリガンの調整をしたわね。アルさんの腕が確かなら、若干体への負担は軽くなったと思うけれど。Ну, Джек, а у тебя починили орудие Мэлли, верно? Я уверен, что тебе со твоим временем стало немного легче. 試し代わりにと言ってはなんだけど、この子に使ってみてもらえる。Не возражаешь использовать его на нее, чтобы проверить? 私に？ Ну, на меня. 様子を見る限り、あなたには明らかに汚れが溜まっているわ。ジャック？ Да. Судя по тому, как ты выглядишь, ты, похоже, немного опорочена. Джек, пожалуйста. Мико тоже это заметила? Хай. Да. Синдерелла-сан. Золушка-сан. Прошу прощения, но... Ну и он брызнул на нее. Это то, что кровь Джека делает? О, кагеде ватаси ва Брэд Скелетерка кара мото ни модору кото га декита но. Да. Это... Нет. Да, именно так я и смогла вернуться обратно. Нет. Именно так я и могу возвращаться обратно из состояния кровавой... кровавого безумия. Понятно. Смотри, Синдерелла. Зыбун асерасе те шиматта йоу да. Это означает, что отныне ты можешь нам помогать. Зомбунни хацу. Мне очень жаль за то, что я тебя заставил ждать так долго. Содесна. Да. Дакара мо. Каттэни тансаку ни итча. Даме дакара не. Так что больше никаких самостоятельных приключений отныне, как только что было, как уже было. Поняла? А почему Золушку сдерживали и не отправляли на задание? А, Синдерелла-но токуйна тадакай-ката ва доччи-ка-те-ю-то кинсетс-кактоу-сен-нан-да-йо. А, ну, Золушка у нас является экспертом в ближнем бою, поэтому вся кровь Мерхенов, по сути, брызгает по большей части на нее. Но теперь эти беспокойства в прошлом. Я не могу поверить, что она использовала такую вескую причину для того, чтобы отлынивать от своих обязанностей. Джек-сан, я должна поблагодарить тебя. Я просто делаю то, что я могу. Вот и все. Кстати, ты не против, если я спрошу, почему ты убиралась, когда мы впервые встретились? Убиралась? Убиралась? Ты что вообще думала, дура? Почему ты не сразу доложила нас, а нам? Почему ты сразу не доложила нам обо всем? Ну, я не виноват. Просто везде было так... грязная и вонючая, что как бы не могла ничего поделать. Я как раз возвращалась сюда для того, чтобы помочь вам всем, но я просто не могла смотреть на всю эту грязь повсюду. Вот и все. Сурева сманай котоу штане. 確かにこのところ多くのことが起きていて清掃が行き届いていなかったかもしれんな。Мне очень жаль, что тебе пришлось это сделать. Кстати, тут вспоминая, что-то мне кажется, мы давненько не убирались в этом месте. Мико. Мико. 本部の人員フローを見直して、清掃を行き届く。Я проверил, что там с ресурсами, и назначу каких-нибудь людей, чтобы помогали убираться в этой области. Ну, полагаю, все нормально, но в следующий раз как бы доложи сразу же.
поняла? Вы поняли что? Я поняла. Мне очень жаль. Почему я поняла, превратилась, мне жаль. Ладно. А теперь ладно, пошли. И ты тоже, Золушка сам. Конечно же, да. Мое присутствие обязательно покажет, насколько полезно я буду с вами. Ну вот это дух. Ну все, погнали. Погнали уже. О, Даша. Итак, Золушка может использовать 12 ускорение 12. Короче, Даша типа. Это дает способность вашей пати двигаться на 12 секунд быстрее. Понятно. Можем убежать легче от кошмаров. Привет, привет, ребят. Всем, кто пришел, добро пожаловать. Я был занят диалогами, поэтому я не видел, что у вас там. И вправду откроются новые детали. Ну, очевидно, что откроются новые детали. Там всегда открывается. Так, что у вас там в чате? Так, ну что ж. Все? Наконец-то она к нам в пати пришла. Так. Блин. Блин, они что так палят ее болки? Так. Ну, кстати, у меня Синдерелла как раз нужного мне класса. О, повезло. Стоп, она похожа с... Да. По сути, у нее те же самые классы, что и у Алисы. Туфли, это какие-то сапоги. Больше. Так, ну вообще-то... Нет, мне нужна маршал и нужны скиллы... Да, кровавого лорда. Мне нужно... 0 минус 3 камня найти. Тогда я смогу это использовать. Пока что говорить нельзя. Окани ва най кана?